Новые перспективы для крупных, средних и малых бизнес-проектов открывает для Чувашии соглашение о сотрудничестве со Сбербанком России. Соответствующий документ глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали в рамках Международного инвестиционного форума. За 13 лет Международный инвестиционный форум в Сочи превратился в огромную площадку, на которой реально делается бизнес. Ежегодно здесь заключается контрактов на сотни миллиардов рублей. В этот раз только Сбербанк России подписал несколько соглашений с государственными корпорациями и регионами страны. Подписывая документ, губернаторы делились планами, которые будут воплощаться при поддержке Сбербанка. Рассказывали об уже реализованных проектах. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, сотрудничество принесло немало пользы и республике, и самому банку. По Чувашской республике я хочу подчеркнуть, из 61 миллиарда рублей кредитного портфеля Сбербанка по нашему региону, это 50 миллиардов рублей, это реальный сектор экономики. Это промышленность, это строительство, это ипотека. И остальная часть – это потребительский рынок. Для Чувашии это уже не первый опыт сотрудничества. Нынешнее соглашение логически продолжило все предыдущие. При этом сам Сбербанк также видит ряд положительных моментов. Пустых соглашений мы не подписываем, отметил Герман Греф. Чувашия была одним из первых регионов, где мы использовали опыт в кризис субсидирования ипотеки. И этот опыт очень хорошо оправдал себя, и мы стали подписывать подобного рода соглашения со всеми субъектами федерации. Ну, сегодня у нас не со всеми субъектами есть, но, наверное, с двумя третями субъектами федерации есть подписанные соглашения. Это привело к тому, что в структуре покупки жилья вес ипотеки вырос примерно с 10-11% до 30-35%. Это, конечно, подтолкнуло и жилищное строительство как отрасль экономики, и самое главное, обеспечило огромному количеству молодых семей, работников, социальных работников, субсидируя, в первую очередь, дефицитные специальности на селе, получить собственное жилье, что критически важно. По новому соглашению Сбербанк намерен участвовать в реализации жилищных программ, развитии агропромышленного комплекса, энергетики, систем связи, телекоммуникаций, транспорта, индустриальной и инновационной инфраструктуры Чувашии. Общая сумма более 5 миллиардов рублей. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика Сочи.